Как вы считаете, смерть Путина – это гарантия прекращения этой ужасной войны? Нет, это не гарантия, но это очень высокие шансы. Дело в том, что, кстати, не обязательно смерть, может быть, и отстранение просто, да, отстранение, он останется живым, но отстранен, это тоже возможно. Это не гарантия, это высокий шанс. Почему? Потому что бенефициаром этой войны является только Владимир Владимирович, больше никто. Вот даже те люди, которые в его окружении, которые зарабатывают огромные деньги на этой войне, которые сейчас, которым в собственность попадают западные предприятия, которые получают военные заказы безумные там, и так далее, даже эти люди без войны жили бы лучше. Вот они бы тоже, они бы все равно жили лучше.